Короче, пацаны, не сдержался, разобрал Т6. Ну, как разобрал, снял вот этот вот кожух тканевый. Камера пока что будет фиговенькая, поэтому извиняйте за качество видео. Вот, разобрать ее очень сложно, конкретно сложно и очень долго. За счет того, что как минимум то, что нужно ее всю разбирать, вот это вот все кольцо, вот это вот низ, вот эту вот пластмассовую штуку снимать. Еще нужно отпаивать три провода, которые ведут к кольцу, к регулировке громкости. Ну и снимать шлейф. Ну, шлейф то фигня, а вот провода это, конечно, да. Вот, что мы тут видим. Ну, кожух я уже показал. Вот. Насчет Т6. У нее один динамик с этой стороны, один динамик снизу. Пассивка с правой стороны, пассивка снизу. Это просто я говорю тем, кто не знал, что находится в Т6, потому что некоторые писали, что у нее три активных динамика. Нет, ребят, у нее вот один активный, один пассивный и второй пассивный. Вот и все. Такая вот наша Т6. В принципе, да. Я думал ее как бы динамики открутить. И я как бы попробовал, но они не снимаются. То есть они буквально на несколько миллиметров высовываются, динамика, дальше ему что-то, ну, что-то мешает, короче, выниматься, и не получилось их снять, короче. Вот, а всю Т6 раскручивать пока не думаю, а там посмотрим, может, и разберем. Давайте так, ребята, если на этом видосе насобирается, хотя нет, ну нафиг на этот видос, давайте, ребята, на... Ну, косарь это слишком много. Давайте на 500 подписчиков мы ее полностью разберем. То есть всю Т6 полностью разберем. Не только там динамик там вынять и все остальное, а полностью весь корпус ее разберем. Я не знаю, может он там на термоклей склеен, но на 500 подписчиков мы ее точно разберем. Вот. Пассивка. Кстати, я сейчас заметил, что у нее далеко не полностью герметизация. То есть смотрите, я сейчас нажму на пассивку. Динамик высунется, а после чего, то есть я не буду отпускать пассивку, я задержу вот так вот, а он, то есть дальше будет, он поднимется, после чего начнет опускаться, смотрите. Сейчас вот так давайте. Я думаю, было видно, да, вот если вот так нажать сейчас. Видите, он вниз опустился, после того, как поднялся, хотя я пассивку держал, то есть вот, и он вниз. Это говорит о том, что Т6 далеко не загерметизирована. То есть, если ее упустить в воду, то она явно промокнет, и в середине все остальное тоже промокнет. Ну, хотя, в принципе, воду точно ее никто не будет отпускать за счет колесика. Вот так, ребят. Давайте 500 подписчиков, и мы ее полностью разбираем.